Минэкономразвитие поддержит Тульскую область в развитии инвестиционного потенциала. Об этом сообщил министр Максим Орешкин в ходе своей поездки в Тулу. Он провел совещание с руководителями местных промышленных предприятий и посетил один из крупнейших заводов «Тяжпром Арматура». Там обсудили наиболее насущную проблему. Из-за конкуренции упали объемы производства и встал вопрос о трудоустройстве сотрудников. Еще одно совещание с участием Максима Орешкина будет посвящено вопросам развития моногородов. Ранее стало известно, что в их развитие планируется инвестировать более 28 миллиардов рублей.